Добрый день, игрок команды Мотор. Морозов Слава. Ваше впечатление о игре, о матче? Знаете, ну, естественно, одни положительные эмоции сегодня, потому что была волевая победа с принципиальным соперником. Уступали после первого тайма 1-0. Во втором тайме собрались и сделали результат 3-1. Прекрасно сегодня сыграли. Вначале суета какая-то была, немножко потеряна. И не могли найти каждую свою позицию. В втором тайме собрались и довели дело до конца. Спасибо, удачи вам.